Если меня тут заметят, будет плохо. Время умирать! Вот ты где! Thank you.
Мне что-то мешает. Что-то там мешает. Не поддается. Thank you.
Ну, давай. Эй!
Увидимся. Малака, души! Здесь так душно, трудно дышать. Найду укрытие. Yeah.
Ela! Thank you.
Нужно быть осторожным.
Как идут дела? Ну, я убил трехголового пса. На меня наорал Аид. А теперь я иду искать перевозчика в царство мертвых. А у тебя?
Thank you.
И солнце тут не греет. Эй! Ты перевозчик? Да, и я занят. Надо ж было кому-то убить стражу у ворот. Теперь у меня тут гниющее столпотворение. Если кто-нибудь из богов не прислал тебя заткнуть дыры между мирами и навести тут порядок, проваливай. Между прочим, меня прислал Аид. И как же такое бодрое живое существо оказалось в долгу у владыки мертвых? Ну... Это я убил Цербера. Когда псу Аида пришел конец, разломы возникли по всему подземному миру. Теперь на моих подопечных нападают его собачки и узники Тартара.
Слушай, я должен найти четверых стражей, защищать врата и закрыть разломы. Аид сказал, что тебе нужна помощь. Невероятно. Он посылает живого решить задачу, которая под силу лишь мертвым. Под силу лишь мертвым. Вот почему меня одолевала такая слабость. Живой, прежде служивший Аиду, носил особые доспехи. Ну, а его разорвали в клочья. Части доспехов теперь тоже рассеяны. Мать говорила, что путь будет труден. Но к такому я не готовился. И тебе придется сразиться с могучими воинами, чтобы собрать все четыре части. Пятая пара перчаток пропала. Ты справишься. А кого ты имел в виду под собачками? Гончих Аида. Эти злобные твари охотятся на заблудшие души, которым отказал в переправе твой покорный слуга. Ты что-то говорил об узниках? Самые страшные преступники царства мертвых навеки заперты в Тартаре. Через разломы многие из них пробрались сюда и грозят покою трудолюбивых и мирных душ, вроде меня. И что же особенного в этих доспехах? Они откованы на бронзовой наковальне, низвергнутой в Тартар, и дают живым видеть невидимое и ходить туда, куда не велено. Аид даже не обмолвился о них. Он избирателен. Пора навести здесь порядок. Найти особые доспехи, победить грозных воинов и найти стражей, чтобы защитить этот мир. Ясно. Раз уж ты здесь, дам-ка я тебе совет. Начать лучше всего с Унылого пруда, поля Вечной битвы и Дворца Аида. Если выдастся свободное время, найду тебе еще работенку. Thank you.
Huh.